Когда заключенный впервые начала упоминать о князе? Ровно 3 дня назад. Мы сразу вам и сообщили. Странное совпадение, знаете ли. Ни имени, ни даты рождения. Как такое вообще возможно? День, когда она поступила, случился страшный пожар. Тот самый, вы помните, вероятно. Что тебе известно об исчезнувшем князе? Что значит эта молодость? Ничто! По сравнению с вечностью священного огня. Огня! Огня! Ты гниешь здесь, в этой вонючей дыре. Я помогу тебе выйти на след, а ты поможешь мне. Ведьма. Свет и музыка в руке моей. Я возжигаю пламя.